Шерим, рассказывайте, куда вы пришли, какое оборудование, сколько литров эти танки, охладители молока, про них вот давайте поговорим. Оборудование поставляет нам фирма Гея, импортное оборудование, молокотанкеры и охладители молока по 5-6 тонн у нас, они помещают. Молоко поставляется сюда по молокопроводу, охлаждается и выводится один раз в сутки. То есть приезжает машина, да? Да. Очень чистенько. Давайте подойдем, Валентин Николаевич, туда к оборудованию, к стаканам. Даже попробовать чисто. Да. Черим, расскажите, а вот каким образом-то их вот эти стаканы коровам-то как доставляют? А, это все вручную, это я переносит корпус. Переносит корпус, а вот эти? Там, да, там вакуум-доение, вакуум, через вакуум цепь, ну, также, ну, как объяснить. Ну, то есть вручную переносят, там доят, да. А потом здесь это обрабатывается, да? Здесь все моется обратно. Здесь, да. Вот в этом месте все, да, моется. Понятно. Отлично, отлично, мне очень нравится. Молокопровод промывается обязательно, промывка идет, щелочки спокойно. Мощное оборудование промывается все. После карты другие. Черим, а что у вас здесь вот крутится такое? А это охладитель наш перемешивается. Молоко перемешивается в этом танке, да? Угу. Там лопатки какие-то стоят, лопасти стоят, да? Черим, до какой температуры охлаждается? 4 градуса. До 4 градусов, да? Ага, понятно.